Сань, постоянно в разъездах, сборная, выездные матчи, матчи Академии. Как удается восстанавливаться от игр к играм и к переездам? Ну, удается восстанавливаться спокойно, потому что я как приезжий и некоторые другие приезжие спокойно относимся к этому. Успеем восстанавливаться, гуляем, не сидим дома и спокойненько. Адаптировался ли то, что семья находится далеко, а ты здесь? Вот ну, как этот переход произошел? Ну, сначала было тяжело адаптироваться, так как ну, всю жизнь почти до этого был дома и, ну, может, на маленькие какие-то периоды покидал дом там, куда как. И сначала было тяжело, но потом со временем привыкаешь. Все. Этот выездной матч со Ставрополем у нас получается таким образом, что один лишний день и предыгровая тренировка на поле соперника. Как удобнее, предыгровую на поле соперника или у себя дома? Не знаю, когда как. Предыгровые, ну, обычно, когда уезжают, получается, к сопернику, удается привыкать к полю, надо почувствовать мяч, а дома уже как-то все родное, будут болельщики, и будет довольно легко. А как воспринял то, что тебя включили в весеннюю часть, в заявку Родины? Ну, воспринято очень удивительно, так, такого еще не было, самый молодой игрок. Ну, буду стараться прогрессировать, чтобы добиваться еще больших успехов, ставить новые цели какие-то и прогрессировать. Как узнал о включении и с кем первым поделился? Ну, узнал, когда приехал после сборной, мне сказал Артем Глотов. Об этом поделился сразу с родителями, сказал им. Ну, они, конечно, были рады это слышать. Что скажешь по Ставрополю, по ближайшему нашему сопернику? Насколько изучали команду, насколько она новая? Ну, игр достаточно немного. Игра с Ростовом и обзор матча с Краснодаром. Посмотрели немного. Ну, парни стараются. Ну, физически мы должны быть сильнее их, подготовлены, так как у них тут таких каких-то команд таковых нету, с кем играть. У нас там больше, так сказать, расширенность, там Спартак, Динамо. И мне кажется, нам будет чуть легче, но так как их поле, их условия, нужно будет стараться, игра легкой не будет.